что есть прикольного в Зелике? Тут есть большие качели. Реально большие качельки, как я мечтала в детстве. То есть прямо такие совсем-совсем большие качельки для людей всех возрастов и полов. Тут можно кататься на качелях. И, кстати, в моем дворе тоже есть большие клевые качели, где может кататься одновременно несколько детей или крупный взрослый, такой, как я, допустим. Такие вот дела. Кстати, качелей тут есть много где. Как правило, вот в этом парке есть на смотровой площадке, у меня во дворе, и еще там, где пруд. Вот.